Привет всем участникам фестиваля Golden Time. Я Михаил Гребенщиков, один из членов жюри. И вот так вот на расстоянии с помощью электронных средств я просматриваю все работы участников и комментирую их. Ну что, Дарья так неплохо сыграла? Оцениваю Дарью. Лиза Кондратенко. О, клип. Лиза, очень милая и неплохая песня, оценю тебя. Лиза выбрала непростой ход своего творчества. Рок, поет рок. Песня «Я испорчу тебе жизнь». Ну, в принципе, неплохо для такого юного автора. Оценю Лизу вторую песню. Какаулин Максим. Конечно, необычно так вот оценивать мастерство игрока, слушая только аудио. Андрео Кабретти. Андрео Кабретти. Оба. Видно, что ты очень большой виртуоз. Хочу поставить Андретти оценку немного побольше, чем предыдущие участники. Почему? Потому что я услышал в его произведении его личный кавер известным произведением, его личную трактовку народных произведений, и это у меня заслуживает респект и уважуху. На 29-м месте Мария Чуприна. Не просто, оказывается, вот так вот сидеть и всех смотреть. Оцениваю Корнилову Софью. И вот у меня 50-е место. Учакина Ольга. На фотографии она чуть-чуть улыбается. Вот когда играть, тоже если улыбаться, то, мне кажется, будет энергетически правильно построен ваш образ. Мамакова Наталья. Замечательная виолончель у Натальи. Так, у меня праздник. Это 51-й участник. Голова моя просто кишит творческими личностями. Голосуя, я выбрал для себя самых талантливых. И надеюсь, что если даже у кого-то в этом конкурсе чего-то не получится, учеба, стремление, труд, все перетрут, и вы обязательно придете к своей творческой мечте. Современные технологии позволяют делать такие фестивали. И фестиваль Golden Time показывает это, что творчество может быть, если даже мы не рядом, и его можно оценивать на расстоянии. Выражаю благодарность конкурсу Golden Time, что взяли меня членом жюри. Мне это очень лестно. Разнообразные жанры, стили. Я получил большое удовольствие. Я думаю, победит сильнейший.
И когда будут подсчитаны все оценки, мой голос, очень надеюсь, что сыграет для кого-то в жизни важную лепту. Всем талантам привет. Присоединяйтесь к Golden Time. Очень хороший конкурс.